Пожилого ангарчанина из пожара вытащили огнеборцы. Возгорание произошло в 93-м квартале в квартире на первом этаже. По предварительной информации, мужчина курил в постели. Это и стало причиной пожара. Сотрудник МЧС России в ходе разведки тушения пожара из квартиры был спасен ее владелец, 66-летний мужчина, пенсионер. Последний был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом отравления угарным газом. А вот при пожаре в садоводстве строитель, к счастью, никто не пострадал. На участке сгорела баня. Причину еще не установили. В городе едва не сгорел торговый центр «Каскад». На заднем дворе в контейнерах вспыхнул мусор. Пламя только чудом не перекинулось на основное здание.